В линейке светильников KIT появились совершенно новые модели светильников. Таких раньше не было. Вот они все сейчас здесь представлены. Но вместе с ними теперь идут и новые драйвера. Линейка переходит на напряжение 48 вольт. Не как раньше 24. Обратите внимание, в титрах снизу будут идти артикула драйверов, которые используются для данных светильников. Не ошибитесь при подборе. В линейке светильников KIT давайте посмотрим на новинки, которые сейчас появились. Это светильники для общезаливного света. Теперь они работают в напряжении 48 вольт. Температура будет по кельвинам идти 4000, белый нейтральный свет. Друзья, обратите внимание на рассеиватель, который используется в данном типе светильников. Немного перфорированный для дополнительного отражения и преломления света, либо матовый рассеиватель для общемягкозаливного света. Габаритные размеры идут 3, в зависимости от мощности, которая вам будет нужна. Длина самого большого светильника из этой коллекции практически 90 сантиметров, что позволит распределить светильник и сделать очень хорошее освещение.